Всем привет, на канале Камила и Каролина. Сегодня я буду открывать свои подарки, которые Святой Николай принес домой. Здесь два таких пакетика и три больших пакетика. Я думаю, начну с этого вот пакетика. Его открыть. Каролин, принеси Камиле ножницы. Камила, это легко. Давай я открою. Каролин, не надо. Давай. Главное, ничего там не поцарапать внутри. Ну, что-то красивое. Эльза! Да, я точно такой. Это кошелек. Да. Красота. Я точно такой же. Эльза и Анна. И Олаф. Очень красивый. Но так у меня Олафа нет. Тут специальная подложка. Да. И три отдела. Ой. Очень красивый кошелек. И такой на ощупь. Так, следующий будет маленький. Тут еще один пакет. Пакет в пакете, или где кажется? Это не пакет. А, нет. Это косметичка. Еще один. Это косметичка. Каролин, тебе Николай приносил? Молчи. Почему такой же? О, да, это косметичка. Конечно, давай. Ой, замок, очень красивый замок. И тут сумочки разные. Дорогие туфельки. Три. Замочек мне нравится. Он такой кристаллик. Красивый. А, тут такой отдел для косметички всякой. Красивый цвет. И очень красивый кошелечек. Ага, следующий это такой вот самый костюмка. Большой. Давай. Готова костюмка. Король красный. Какой он большой. Сумка! Ой, пушатая сумка есть. Это такая сумка красивая. Ой, такая прикольная. А, это специально на плечо одевать. И такие, вот такой пушатик, такая красивенькая сумочка. Моего любимого цвета красного. Да. Тут замочек. Щепочки. Вот такой у меня набор. Кошелек. Косметичка. И сама сумка. Да. И можно ее на даже взять. Вот такие вот подарки. Следующие это вот эти два пакетика. У меня тарелки. В них тут что-то большое. Это перчатки. И шапка. Розовенькие, красивенькие перчаточки. И вот украшенные. И шапка. Розовая такая фиолетовая. Так буду ходить. Пушочек розовый, а сама шляпка фиолетовая. Да. Такая вот шляпка еще. Следующий пакет. Ага. Тут у нас что-то много чего всего. Да. Это татуировки. Это татуировки. Что-то сладкое выпало. Это не сладкое, это вообще что-то порошок. Ну. Порошок. Так, татуировки.
золотые. Следующая вкусняшка. Мне кажется. Это вкусняшка. Children Surprise. Это браслет. Наверное. Шипучая карамель плюс сюрприз. Вот. Карамель плюс сюрприз. Следующая. Это леденец с пакетиком с сюрпризом. Это Саня. Много конфет. Это Саня вообще. Так. Такая конфета. Я выпала она. Чем ты ешь? Сразу все разорвешь. Камила Саня разорвала. Саня? Да? А я не заметила. А ты видела, что у меня точно такие же Сани есть? Так, у нас мало снега, за них не поездишь. Да. Ну, можно немножко, на таких маленьких. На это вообще конфеты, их нельзя. Вот такая вот конфета, еще много конфет. Вот сам такой, драйвер. Точно такая же. Вот, что-то мягкое. Еще одна конфета. И точно такая. Много конфет, много сладостей. Да. А вот еще Орео конфеты. Какой-то я забыла. Сломала немножко. И сам... Черный. Это можно сказать. И само точно такое же. И тоже чудо. Опять чудо. Сюрприз. Ой. Это еще одна сумочка. Это не сумочка. Это не сумочка, а такое. Это прилипло. Ожерелье. Вот такие вот сюрпризы. О, еще одна конфета, вот еще одна. Я хочу посмотреть, что в этом сюрпризе. Давай. Не, может, давайте в следующем видео? Давай. Ну ладно, давайте в следующем видео. Я слишком мало отрезала. Немножко ладно, посмотрим в следующем видео, что у нас лежит в этих пакетиках. Да. И все посмотрим. Да, и все посмотрим. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И будем делать татуировки даже. Да. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Пока-пока. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Будет входить новое видео, обновление. Пока-пока. И смотрите новые видео. Мы такие, ну, и пока-пока. Пока-пока. Лайки. Лайки ставьте. Трюша, иди. Тысячу лайков. Идите вы. Всем привет на канале Камила и Каролина. Сегодня мы будем продолжать раскрывать сюрпризы, которые нам подарил Святой Николай. У нас есть вот такие вот подарочки. Посмотрите на видео, там другие. Это братские сумки, вот такой. Вот подарочки у них были. Сейчас такой первый был мой подарок. Это для девочек шипучка, карамель плюс сюрприз. Children Surprise. Вот такие вот шипучка. Так, тут что-то есть. Брелок такой вот. Тут я поломалась штука. Ну и все. Вот такие вот у меня подарки. Второй сюрприз. И там у меня браслет. Я сейчас открою. И шипучка. И вот такой браслетик. Ой, мама, положи мне такой попадался. И такие шипучки. Да. Это резинка. Ну, резинка такая. У меня браслет. Такой. Который спадает. И у меня такой. У меня такой. А зачем вот это вот? А? Ну, больше на четки похоже. Да, на четки, то вот так вот крутить его. Это похоже вообще на бусы и Бобби Бёрна. Видите? Ой, запыльнула. Трюша пришел сниматься, да, Трюша? Моя собака где? Вот, лежит.
Да. Это бусы для Трюши. А это для браслета. Это браслет для мамы. Вот такие вот подарки мы открыли маленькие. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, с вами были Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Пока-пока! Ставьте лайки и нажмите на красную кнопочку и на колокольчик, будет выходить новое видео и обновление. Пока-пока! И посмотрите следующее видео. Дорогой. Пока-пока!